Одно из ведущих учебных заведений Якутска, городская классическая гимназия, в этом году отмечает 75-летний юбилей. В минувшую субботу в культурном центре «Сергеляхские огни» состоялся торжественный юбилейный вечер. Собрались учителя и выпускники разных лет, чтобы вновь окунуться в школьную атмосферу и узнать о сегодняшней жизни родной школы. Талантливые учащиеся порадовали гостей интересными постановками и музыкальными номерами.